Приветствую! В эфире «Вымпел». Здесь ты, как и всегда, сможешь узнать все самое интересное, яркое и захватывающее из мира гиковской индустрии. Настолки, компьютерные игры, комиксы — все к твоим услугам. Смотри сегодня в выпуске. Самый лучший подарок на Новый год. Аж в 5 частях. Это древний ужас. Трепещите, смертные! Итак, у любого многосерийного шоу присутствует метасюжет, отсылки на которые можно проследить то тут, то там. За время нашей программы я периодически отсылался к одной очень классной игре. И вот сейчас в нашем фактически новогоднем спецвыпуске пришло время раскрыть все карты. Сегодня мы поговорим про древний ужас. Итак, наше повествование будет сегодня весьма и весьма подробным. Сразу сделаем несколько оговорок. Во-первых, мы поговорим о базовой игре и о ряде ее дополнений. Во-вторых, ввиду особенностей игры, некоторые дополнения кардинально меняют игровое поле, добавляя полноценные локации, по которым можно путешествовать, а некоторые ограничиваются исключительно механиками, то есть карточками, которые по размеру фактически ничем не отличаются от тех, которые есть в базе. Даром, что могут различаться символы. Поэтому это надо иметь в виду, что в какие-то моменты число компонентов на поле будет меняться сильно, какие-то не очень. Теперь о самой игре. Ну, во-первых, искреннее признание. В эту игру я играл все то лето, пока не было никаких учебных или каких-то неучебных, но тем не менее важных дел. Каждый вечер мы с моим братом садились и играли в эту игру. И за, казалось бы, столько времени, почти 2 месяца, она не надоела, я вот жду новых каникул, чтобы поиграть в нее еще. Чем же она так захватывает? Ну, во-первых, очевидное преимущество — это кооператив. То есть вы можете собрать команду людей, которые очень хочет сразиться с древним богом, почувствовать себя в роли детектива и бросить ему вызов. Но, тем не менее, этот кооператив, который подразумевает не просто все во имя команды, но и плюшки и прогрессию под себя. Вы можете играть за множество детективов с учетом дополнений всех. Их переваливает за 55 штук. У всех из них двусторонние толстые жетоны, пластиковые подставки. Играть такими одно удовольствие. Профессии на любой вкус и цвет. От гангстера до культистки, отступницы и какого-то бродяги. У каждого из них есть своя механика. То есть, если человек культист, бывший культист, то он будет иметь бонус против культистов противника. Любая их биография как-то обыгрывается. О их, собственно, биографии, их особенности, стиль. У игры просто невероятная детализация. Поэтому я и считаю, что это будет замечательным подарком, который так и будет радовать вас не только внешним своим видом, но и содержанием. Планшет персонажа — это нечто. Казалось бы, довольно минималистичный. Всего 5 параметров, которые могут как-то меняться по ходу игры. Это ваши качества, знания, общение, внимание, сила и воля. Фактически они означают, сколько кубиков вы будете кидать, чтобы у вас выпал успех. То есть 5 или 6. И их биография. Причем их биография — это едва ли не больше текста, чем, я не знаю, на нескольких картах персонажей. У каждого есть своя история. У каждого есть обоснованное место, где он начинает. У каждого есть 2 варианта их, ну, скажем так, смерти. Еще до того, как у игры появилась полноценная сюжетная кампания, здесь появились возможности, как потерять персонажа от физических ран, от душевного расстройства, и у каждого из них будет какая-то своя история. То есть не просто там он скончался, вы можете прийти, попытаться обобрать его вещи, что-то у него узнать, сохранить часть прогресса, и будет какая-то интересная деталь. Например, культистка будет шептать что-то о каких-то братьях, которые пришли ее навестить за ее искушение, за то, что она отреклась от бога, допустим. И с точки зрения погружения это невероятно. Жетоны здесь, сердечки обозначают жизнь, собственно, мозги означают душевное здоровье. Одна из механик серии Arkham — это баланс между здоровьем физическим и здоровьем психическим, поскольку потеря любого из этих компонентов и снижение их до нуля приводит вас к, ну, как минимум, гибели этого персонажа, если не поражение всей партии на определенном этапе. Есть билеты. Билеты на пароход, билеты на поезд. О билетах на поезд мы тоже когда-то говорили. Но сейчас билеты на поезд — это всего лишь мелкая механика, которая позволяет быстрее перемещаться. Поле основное — это карта мира, которая буквально испещрена самыми разными путями. Желтая — это дикие тропы. Красная — это железные дороги. И белая — это плавание, которое позволяет вам пересекать континенты, острова. И для всего этого нужны очки действий, которые очень просто можно экономить с помощью этих самых билетов. Теперь поговорим о главных красавчиках, которые, собственно, и украшают собой каждое дополнение. Это древние боги. Но если мы говорим про базу, то куда уж без очевидной базы лавкрафтианы. Это великий Ктулху.
страшный, ужасный. Не положить его в базу было бы преступлением, и на это преступление разработчики не пошли. И также несколько богов. А за тот султан демонов, Шубни-Гурат, и еще один маленький сюрприз, о котором чуть-чуть попозже. Все они имеют свою уникальную механику. Помимо того, что... помимо трека обреченности, то есть когда вот здесь звездный круг делает оборот и попадает на символ, то фактически вы можете столкнуться с каким-то предвестием. Предвестий больше ввели в дополнениях. И сейчас мы плавно о них и о главных украшениях, о демонах, о фактически древних богах-чудовищах, которые эти предвестия вещают, и поговорим. Итак, можно увидеть, что коробки для дополнений здесь три, но не обманывайтесь. На самом деле внутри контента побольше будет, поскольку некоторые, ввиду их небольшой объемности, были помещены к другим. Если, например, в дополнение идут только карты, то проще их поместить к другим картам и не засорять полку для настольщиков. Я думаю, все понимают, как это важно. В первую очередь мы поговорим о хребтах безумия. Первое дополнение, которое на самом деле вводит тематику севера, вводит новых персонажей, новые механики. То есть, допустим, это дикие тропы, которые затрудняют вам перемещение по заснеженным локациям. И в первую очередь открывают механику экспедиций. Экспедиция, как и многое в этой игре, это отдельная прелесть, поскольку помимо художественного текста, это возможность у сыщиков обзавестись какими-либо ништяками. Вот, позвольте. У нас есть несколько видов локаций. Допустим, у нас есть города, объединенные оранжевым цветом. То есть это Лондон, Рим, Стамбул. В конце каждого хода персонаж, который находится в том или ином городе, допустим, вот у меня находится бродяга в Риме. Занесла его туда дорога приключений. И он в конце хода тянет одну из карт. И в зависимости от того, в каком он городе, он читает эту карту. Но мы в нашем случае читали друг другу, то есть чтобы человек сам не мог себе проспойлерить, что его в дальнейшем ждет. Карты очень удобно разделены, это уменьшает количество компонентов, что, несомненно, удобно, особенно когда компонентов настолько много, особенно карт. И в том числе, несмотря на такую компоновку, умудряются сохранить очень важный смысл, при том балансируя его с художественным текстом. То есть, вот, допустим, Рим. Есть художественный текст, что вы находите древний рецепт чего-либо, допустим, снадобья, оберегающего от всякого вреда. Тщательно изучив рецепт, вы смешиваете ингредиенты. Здесь вступает в дело как раз-таки характеристики, про которые я говорил. Ну, допустим, здесь указана книга минус один. У этого персонажа книга 2, значит, книга минус один, мы кидаем один куб и надо выкинуть успех. Если вы не прокляты, вам надо выкинуть пятерку. Уже приключение, казалось бы, но это того стоит. Если вам повезет, вы получите что-то ценное. Если вы успели выкинуть правильное число, то вы фактически получаете благословение, ну или любой другой ништяк на языке игры. Ну, при провале, если все не бывает так просто, за любую попытку, даже попытку получить что-то хорошее, надо платить. При провале у вас появляется состояние отравления. К слову о состояниях. В этих картах, здесь, в зеленых городах, в фиолетовых, даже в нейтральных локациях, которые, казалось бы, никак не связаны названиями, здесь просто не мой город, глушь или море. Здесь есть характерные проблемы, которые и без того вашу непростую детективную жизнь усложнят. Вы будете терять какие-либо параметры навыков, вы не сможете отдыхать в определенный момент, если появляется обморожение, о котором речь, собственно, впервые и идет в хребтах безумия. Даже сложность у вас могут вызвать, казалось бы, такие классные вещи, как заклинания. Очень много маленьких карт в игре, и зачастую это вещи для покупки, они желтые, это свитки, это агенты, которые могут вам помогать, это, допустим, вот ученый-оккультист, это ваш союзник, или это колдовской клинок, вещь, волшебное оружие, или полноценные заклинания. Карты в большинстве своем двусторонние, которые имеют несколько эффектов. То есть вы должны пройти проверку, затем познакомиться с результатом своей проверки, каждый из которых точно так же описано. Вы можете перетрудиться при заклинании, его потерять, вы можете перенапрячься, потянуть спину и получить урон, вы можете преисполниться, превознестись и стать еще мощнее и скастовать еще одну следом, или может не произойти ничего, но это самый скучный, самый редкий вариант. Но дополнение Хребтов Безумия в первую очередь добавляет двух новых древних. У каждой из древних, я напоминаю, своя механика, и у каждого из них точно так же две стороны, художественный текст. Если вы успели решить их усилия до того, как у вас фактически спустится безысходность до нуля, то вы победили. Если нет, у древнего поворачивается карта второй стороной, и в некоторых случаях, как, допустим, с Азатотом вам кирдык, вам так и пишут, сыщики проиграли, или у вас есть шанс побороться. Монстр становится сильнее, появляется его эпическая версия, монстры здесь все обозначены
жетонами. Для них есть даже специальный очень удобный мешочек. Сами монстры появляются из порталов. Я вот сейчас говорю про компоненты. Я понимаю, что компоненты, которые появляются с каждым дополнением, про них просто так все и не упомните, надо просто бесконечно их перечислять. И появившийся монстр — это отличный повод вспомнить про все эти компоненты, потому что только объединившись, как-то сбагрив все скопленные ресурсы, вы можете достичь хоть какого-то результата. Но от снежных вершин, от карт экспедиций мы плавно переходим к другому большому дополнению, которое, по мнению игроков, считается фактически ключевым, самым важным, основным, которое завершает эту сюжетную линию. На данный момент «Древний ужас» завершен, все дополнения есть в продаже. Это тот самый случай, когда я говорю про настольную игру, которую не надо искать на барахолках. Это тот случай, когда вы действительно можете с чистой совестью пойти, найти и насладиться. Вот, и вот это дополнение финальное, это фактически такой сюжетный заключительный аккорд. Ну и сейчас я постараюсь вам про этот сюжетный аккорд рассказать. Одно из его ключевых преимуществ, за что его ценят игроки, это появление фактически сюжетной кампании. Потому что помимо того, что вы, казалось бы, без малейшей логики месите этих боссов, у игры появляется определенный смысл. У игры появляется последовательность, то есть у вас появляется все боссы, которые были, и вы должны их по очереди побеждать. После каждого вы сохраняете накопленный опыт, накопленный инвентарь, но если может показаться хоть кому-то, что это упрощает вам жизнь, то весьма незначительно. Монстры также становятся сильнее, и любой ваш малейший косяк стоит вам всей партии. В финале, очевидно, вас будет ждать незапамятный. Это местная легенда. Я не буду вам говорить, кто это, но если вы, скажем так, шарите в лоре Варкрафта и в целом понимаете вайп этой игры, я понимаю, что мы с вами на одной волне, и вы прекрасно догадываетесь, что это за легенда кроется за карточкой. Но и две очень важные механики. Первая — это механика прелюдий, то есть перед каждой игрой у вас появляется возможность каким-либо образом модифицировать и без того изменяемое поле, причем эти карты можно использовать вне режима кампании. То есть, допустим, темное благословение. Пропускаем прекрасный художественный текст, и у вас есть сразу несколько выборов. То есть после завершения подготовки к игре ведущий сыщик может взять состояние темная сделка, чтобы взять дар. На всякий случай, темная сделка — одна из самых веселых вещей в игре. Это привилегия, которая позволяет вам получить небывалые преимущества, но в какой-то момент, если вы выкидываете единицу, вы карту переворачиваете, и в 99% случаев, там, с красивым художественным описанием, вы сожраны. А если вы сожраны, вас нельзя обобрать, вас нельзя каким-либо образом спасти, вы просто исчезаете в результате этой сделки Фауста с Мефистофелем. Это о глобальных игровых изменениях, а о изменениях для игроков — это в первую очередь персональная история. То есть, допустим, у нас есть персонаж Аманда Шарп. Она же студентка, иронично. Но это не та студентка из фильмов-слэшеров, это настоящий серьезный ассистент детектива. И у каждого персонажа есть фактически цель. Допустим, вам надо... Что здесь нужно? Напоминаю, что каждая из этих карт связана с его личной историей. В данном случае вам надо в фазе контактов, то есть взаимодействия с персонажем или иным миром, вам нужно добиться условия, что у вас есть 5 врат. Ну и если 5 врат у вас на поле находится, то есть это вот эти порталы, из которых лезет всякая чертовщина, то у вас появляется или положительный, или отрицательный эффект. Эффект это следует до конца игры или до, собственно, смерти персонажа и перезагрузки партии. Так как персонажей тут полно, 50 с гаком человек, то и карточек, соответственно, тоже по 3 на каждого, поэтому колода весьма-весьма внушительная. Хотя, казалось бы, это просто незначительные сюжетные дополнения, без которых можно было обойтись, но вот этот перфекционизм, любовь к мелочам, она зашкаливает. Также, что можно сказать? Появляется, ну, очевидно, множество жетонов, еще 20 всяких разных оружий, причем они связаны с теми персонажами, которые появляются в дополнении. Я просто на секундочку покажу, это безумное великолепие. Персонажи, они вот. Причем вот это вот, каждый из них уникален. Существуют топы по логике. Какой персонаж лучший, какой худший. Там, я не знаю, хотите играть за беспризорницу, хотите за какую-то китайскую воительницу, хотите за наемника, за цыганку, за местного доктора Стрэнджа. Причем они буквально оправдывают свои явления. То есть если это доктор Стрэндж, он будет кастовать магию. Причем кастовать как не в себя, изо всех сил, колдуя, причем не получая штрафов, что очень полезно в какой-то момент. Но он, с другой стороны, дрищ, поэтому случайная пуля в висок в карте запросто окончит его бравурный путь. Ну и в целом, подводя итог, отталкиваясь от того базиса, про который мы поговорили, разумеется, если мы отталкиваемся от информации про маленькие дополнения, это самые выдающиеся боги. Например, мой личный фаворит, одну минуту, это
пафосная пауза. Хастур, король в желтом. Это фактически легенды знамений Каркоза. Это местный театральный фрик, который чуть что так призывает прекрасный город из другого изменения, загадочную Каркозу, которая своим явлением приносит безумие, а это безумие, оно усложняет и без того непростой игровой процесс, у вас начинают запросто валиться вещи из рук, вы теряете фокусировку, ну и игра становится очевидно веселее для какого-нибудь зрителя, который слышит ваш возмущенный крик, и вместе с ним, скажем так, портит вам нервы, потому что Хастур, он вроде как и любимый противник, но любимый противник приносит вам больше всего нервов. Но я напомню, что даже если игра приносит вам нервы и выводит вас на эмоции, вот конкретно эта игра вкупе своей, она вам принесет удовольствие. И новогодние каникулы для студентов, для школьников, для взрослых — это самое хорошее время, чтобы провести это самое время всем вместе за классной настолкой. И вот эта настольная игра, даже в базовой версии, будет замечательным способом отлично отдохнуть. Ну а с дополнениями я вам обещаю, я гарантирую, слово даю, вас ждет незабываемое приключение. Ну а на этом наш такой развернутый выпуск и в целом история, посвященная настольным играм, она на сегодняшний день подходит к концу.